Никол Пашинян вновь попал в неловкое положение. На саммите ОДКБ у премьер-министра отключился микрофон. Помехи начались именно в тот момент, когда Пашинян собирался выступить с очередными ложными заявлениями. Дорогие друзья, последние два месяца для армянского народа стали периодом противостояния Азербайджану. Да. Извиняюсь, тут технические проблемы. Проблемы с микрофоном оказались затяжными. В прямом эфире Пашинян пытался хоть как-то исправить ситуацию, но и это ему не удалось. В работе саммита возникла пауза. Уже после того, как связь наладили, премьер-министр начал жаловаться коллегам по ОДКБ. К слову, в организации договора о коллективной безопасности к истерии Пашиняна уже привыкли. Тот долгое время пытался привлечь ОДКБ к военным действиям против Азербайджана. Однако усилия Пашиняна не увенчались успехом. Страны ОДКБ ясно дали понять, захватнической политике Еревана никто потакать не будет. Шамистан Мамедов, CBC.